Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить штрудель из лаваша. И он, кстати, совершенно постный. Я обычно готовлю штрудель из слоеного теста. Мне оно очень нравится, это достаточно быстрый рецепт. Но рецепт штруделя с лавашом еще быстрее и еще проще, потому что тесто не нужно замешивать и не нужно ждать, пока оно разморозится. Поехали! Нам понадобятся яблоки, лист лаваша, лаваш должен быть тонкий, изюм, это по желанию можно обойтись без него, сахарная пудра, крахмал, корица и обычный белый сахар. Если вы готовите не постный вариант, можете добавить сюда одно яйцо и сливочное масло. Первым делом нам нужно нарезать яблоки на небольшие кубики. Кстати, груши для этого рецепта тоже можно использовать. Кстати, вы можете спросить, почему я так странно режу яблоки. Я вот так вот срезаю середину. Все потому, что вот эти серединки я отправляю на компот. Если яблочный компот варю, добавляю сухие яблоки, например, и вот эти вот серединки. Или я могу добавить их в ягодный компот. Здесь достаточно много мякоти, и компот получается очень вкусный. Яблоки нарезали, теперь переходим на плиту. Мы с вами берем сковородку с антипригарным покрытием, ставим ее на огонь и высыпаем наши яблоки. Масло сюда лить не нужно. К яблокам добавляем корицу и сахар. Готовим яблоки. Они у нас должны стать мягкими. То есть, по сути, у нас начинка для штруделя будет уже готовая, перед тем, как мы уберем его в духовку. Если у нас яблочки начнут подгорать, можно добавить прям 1-2 столовых ложки воды. Наши яблоки готовы, теперь насыпаем к ним кукурузный крахмал и хорошенько перемешиваем. Яблоки у нас достаточно сочные, мы добавляем крахмал для того, чтобы начинка у нас не потекла, не стала слишком жидкой и тесто не порвалось. Ну а теперь мы с вами берем лаваш, раскладываем на нем начинку, сворачиваем рулетом и кладем на противень. Теперь посыпаем так вот сверху изюмом. Смотрите, изюм замачивать совсем не обязательно, пока у нас штрудель будет стоять в духовке. Он у нас размягчится, а вот промыть и обмакнуть бумажным полотенцем – это обязательно. Вот такая у нас получилась с вами шаурма с яблоками. Теперь мы берем противень для запекания, застилаем его бумагой для выпечки, как обычно все здесь, и аккуратно кладем наш рулет, так чтобы он не развалился. Размахалась, конечно. Вот так. Если вы готовите не постный вариант, здесь разбиваем яйцо, взбалтываем его и смазываем, чтобы у нас получилась красивая румяная корочка. Мы с вами можем либо промазать его растительным маслом, либо вообще просто убрать так, получится тоже очень хорошо. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 20-30 минут. Посмотрите, какой у нас получился классный штрудель. У него очень тонкое хрустящее тесто, то есть лаваш, начинка, яблоки с изюмом, корица, это просто что-то нереальное. Мне кажется, что такой штрудель в непостном варианте, когда-нибудь паста тоже нужно обязательно приготовить. Но и этот вариант очень вкусный. Я знаю, как в пост хочется сладенького, с чаем, вечером. Поэтому обязательно его сделайте, я уверена, он вам понравится.
Друзья, я буду ждать ваши отзывы в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому рецепту и подписаться на мой канал. Пока! Ну, вкусно.